Добрый день, с вами Анна и наш четвертый рабочий день. Сегодня мы уже заканчиваем теребить проса. Вот посмотрите, у нас уже осталась маленькая кучка проса. Все остальное, вот оно уже тут потеребленное. Вот тут, которое отбракованное, тут, которое кривое. Тут вот уже все пусто. Сейчас пойду покажу в огороде, где остальное. Остальное просо мы выложили здесь сушиться и добеливаться. Вот такой вот тут массив. То просо, которое мы должны сегодня уже закончить, тоже выложится вот здесь в ряд. И оно будет лежать на солнышке, пока не станет белым. Ну, не белым, а вот таким вот желтеньким. Видите, какое оно сейчас желтенькое. Вот есть еще зеленые. Ну, оно все будет вот таким желтеньким. Вот. Оно высушится. Мы его сложим в укромном месте, чтобы не попал дождь. И будет ждать очереди, пока придут мастера вязать веники. Это у нас просо с 10 соток. Заканчиваем это, на следующей неделе будем косить второй участок в 25 соток. Значит, там будет работы в 2,5 раза больше, чем здесь. Ну, на этом до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь.